Вот почему ваши дорогие духи не держатся дольше 15 минут. Знакомо вам разочарование после покупки нового парфюма? На пробнике был один аромат, и он покорил вас с первой секунды. А пахните вы совсем по-другому. Хотя и бренд тот же, и магазин проверенный. Дело все в стандартных ошибках при покупке и использовании духов, которые, к сожалению, допускают все женщины. Посмотри видео и проверь себя. А пока вы просматриваете, подписывайтесь и жмите на звоночек. Women Beauty Club. Забудьте о блотерах. Не соглашайтесь тестировать ароматы на бумажных полках. Блотеры не раскрывают ароматы полностью и искажают их. Чтобы раскрыть все нюансы и ноты парфюма, его нужно нанести на теплую кожу, вашу собственную, а не продавца-консультанта. Привыкните к аромату. О парфюме нельзя судить сразу же после нанесения. Так вы успеваете почувствовать только его верхние нотки, а база и нижние уровни остаются нераскрытыми. Чтобы понять, нравится вам новый аромат или нет, нужно прожить с ним хотя бы несколько часов. А лучше всю ночь. Если утром запах привлекает вас по-прежнему, смело покупайте. Не трите запястья. Сложные композиции очень хрупкие и деликатные. Они раскрываются при контакте с теплой кожей сами собой, постепенно. Если же нанести парфюм на запястье или шею и сильно потереть кожу, композиции разрушатся, аромат изменится и быстро выветрится. Как правильно брить зону бикини бритвенным станком без раздражений, вы узнаете, пройдя по ссылке, которую я оставила в описании к видео. Не душите одежду. Надушенные перчатки, шарфики, платочки – это так трогательно, женственно и сексуально. Некоторые обрызгивают парфюмом абсолютно все вещи в шкафу, чтобы создать узнаваемую и запоминающуюся ароматную визитку. Но не забывайте, что при контакте с тканью запах духов частично смешивается с запахом текстиля и звучит уже не так сбалансированно и гармонично. Не душите волосы. Ваши локоны и так впитают ваш любимый аромат, если вы правильно нанесете его на кожу за ушами и на шее. Но при этом не пострадают от агрессивных спиртов, а парфюм израсходуется не так быстро. Увлажняйте кожу. А вот об этом секрете насыщенного аромата на коже и стойкого шлейфа знают немногие. Чтобы аромат быстрее раскрылся и лучше держался, наносить его нужно не на сухую кожу, а на увлажненную, например, маслом для тела или кремом для лица без отдушек. Храните парфюм в шкафу. По крайней мере, свой любимый. И пусть он не страдает от солнечных лучей, высоких температур и влаги, а также посягательств заглянувших на кофе подружек. Привычка хранить духи на полочке в ванной пошла из прошлых веков. В приличных домах в уборных специально держали флакон одеколона для гостей. Не забудьте подписаться и нажать на звоночек.